Залезали в колени твои бараны. Боже, милостив будем и грешен. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешный, помилуй. Достойно есть всякого истину блажить Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово рожившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благо сии человека любит сами. Боже, милости, будь мне грешному. Создав имя, Господи, и помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Небольшое вступление сделаем о посте, потому что пятая неделя поста, и завтра, в среду, будет церковь считаться один раз только в году, это делается полностью канон Андрея Крицкого. Кто имеет возможность, близлежащий храм, а с работы отпроситесь или как, в течение года больше этого не будет. Один раз только в году. Ну, поэтому, кто верующий, если желает, он может это добиться. Взять ребятишек с собой, чтобы они увидели, как молились раньше. О посте. Кавычки открыты. Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов. Кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела. Что за польза нам воздерживаться от пищи, если не изгоним из души порочных привычек? Если ты постишься для Бога, избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние как милостивый и человеколюбивый. Какая польза в посте, когда обвиняем других, когда осуждаем их, а сами, имея бревна в глазах своих, и все делаем для того, чтобы показать себя. Кавычки закрыты. Златоуст. Полезен пост телесный, ибо умерщвляет страсти. Но пост душевный непременно нужен, так что и телесный пост без него ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие соблюдают пост в пище и в питьи, но не постятся от злых помыслов, дел и слов. Какая польза им от этого? Многие постятся через день и два, и более, но от гнева, злопамятства свои мести поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим уязвляет людей, подобных себе. Какая им от этого польза? Тихон Задонский. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Евангелие от Марка 7:15. Это место и подобное ему, например, о том, что пища не поставляет нас перед Богом, вспоминают обычно не любители поста, полагая, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься вопреки уставу и порядку церкви. Насколько удовлетворительно это извинение, всякому верному церкви понятно.
При посте установлено воздержание от некоторых яств не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспеяния. Такой смысл закона поста, и он столь существен, что считающие какую-либо пищу скверной причитаются к еретикам. Не склонных к посту на этом надо бы настаивать, а не на том, что пост необязателен, хотя он действительно есть средство к одолению греховных желаний и стремлений плоти. Но это такой пункт, на котором ему стоять никак нельзя. Если преуспеяние внутреннее обязательно, то обязательно и средства к нему, считающиеся необходимыми, и именно пост. Совесть и говорит это всякому, а для успокоения ее твердят: «Я другим способом возмещу опущение поста», или «Мне пост вреден», или говорят: «Я попощусь, когда захочу, а не в установленные посты». Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрился без поста совладеть со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Последнее также неуместно, потому что церковь – одно тело, и желание обособиться в ней, а других – противно ее устроению. Удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее, а член церкви не может так говорить и того требовать. Второе извинение имеет тень права. И точно, пост не обязателен для тех, на которых пост действует разрушительно, потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщвления страстей. Но если перечислить таковых добросовестно, то таких людей окажется так мало, что и в счет-то нечего ставить-то. Останется один резон – нежелание. Против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли. Вот только когда осудят в ад, хочешь, не хочешь, оступай. Схватят и бросят туда. Феофан Затворник. Пост есть лекарство, но лекарство хотя бы тысячу раз было полезно, часто бывает бесполезным для тех, кто не знает, как им пользоваться. Иоанн Златоуст. Пост приносит пользу тем, кто разумно к нему приступает, и вредит начинающему его неразумно. Поэтому заботящиеся о пользе поста должны беречься вреда, то есть тщеславия, чтобы, вкушая ежедневно понемногу, мы могли покорить плоть и укрепить сердце для молитвы. Таким образом, сохраненные силой Божией от возношения, мы постараемся всю жизнь пребывать в смиренном мудрии, без которого никто не может благоугождать Богу. Преподобный Марк. Пост – это сильное орудие, когда он предоставлен самому себе, когда из орудия он притворяется как бы в цель жизни, в цель тщеславия, делается для подвижника орудием самоубийства. Сколь вредно невоздержание, столь вреден или более еще вреден неумеренный пост. Слабость тела, происходящая от недоедания, не позволяет совершать молитвы в должном количестве и с должной силой. Игнатий Брянчанинов. Богданович спросил преподобного Серафима Саровского, в кавычки, «Можно есть скоромное по постам, если кому постная пища вредна, и врачи приказывают есть скоромное?» Старец отвечал: «Хлеб и вода никому не вредили». Как же люди-то столь жили-то? Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А что Святая Церковь положила на семи вселенских соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к всему или убавит. Иоанн Златоуст говорит, что Бог отделил для себя десятину из всего, чем владеем, и десятину нашей жизни требует время Великого Поста. В году 365 дней. Десятая часть года – это 36,5 дней, так как в субботу и воскресенье запрещается поститься, то есть разрешается вкушать растительное масло и вино. Потому в неделе насчитывается 5 дней постных. В 7 неделях – 7,5. Легко понять, что 35 дней постных. В 7 неделях –
35 дней. Поститься положено же в году только в одну, в субботу, в Великую, на Страстной неделе перед Пасхой. Это апостольское правило 64, Гангстский собор 18. И так как пост начинается с вечера прощенного воскресения, то до пасхального утра еще полсуток. Итого в Великом посту 36,5 дней. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно человеку обкрадывать Бога? Можно ли? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Книга пророка Малахии, 3 глава, 7-8 стих. Вот это небольшое вступление к нашей молитве. Покажу, где останавливается. Вот так. На этом все. Вот записка уже поступила, что в воскресенье человек нарушил что-то, сказали молчать, а он не смог молчать. Ну что, Бог да простит, да помилует. За молитву святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет в мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Уставший от сна при паданке, блажь ангельскую песнь вопием Ти сильный. Свят, свят, святости Боже, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна воздвигни меня, если Господи, ум мой просвети, и сердце с ним и отверзи. Во еже петите, Святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи, свят, 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 иси Божия, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому героя Твоя благость и долготерпение, не прогрелся на меня ленивый и грешен, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбцев и все обычные, и в нечаянии лежащего воздвиг меня иси, воеже утренне славословите державу Твою и ныне владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Пятьдесят пятый псалом. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю, в Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделать мне плоть. Всякий день извращает слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе не зложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы. Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущий поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Будь превознесен выше небес Божия, и над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали передо мной яму, и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божия, и над всей землей да будет слава Твоя. Подлинно ли правда говорите вы, судьи, и справедливость судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного заклинания. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов. Да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающая улитка,
да не видит солнца, как выкиды женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее, и обгоревшее да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек, подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью даром, но более делом. Ей многих щедротах и неизреченной милости. Ибо ты сказал, что верующий меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в тебя спасает отчаявшийся, то верую, спаси меня, ибо ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника слова Твоего вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты, Бог мой, очрев матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил за свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону починить меня себе преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в стоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принимать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверны, лукавые и хульные помыслы с языка моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я Бог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословят все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших.
Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага, животворящего Христа Господи, не оставь нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом Твоим жительству. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного, родителей, сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Досима, Олимпия, Андрея, Максима, Владимира, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора и весь священнический и иноческий чин. И вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви твоей и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Ивана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Приготовь народ к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, от наводнения. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И пришли добрые жители здесь и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Рептину, и расширь пределы общин, найди новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чада, их Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвесили слово истины. Господи, услыши угрозы и лживость врагов наших и останови их безумие и не помяни им этого в судный день. Виктора, Сергея, Алексея, ты всех их знаешь. Пощади их, обуянных духом лжи. Благослови благодетелей наших, творящих добро, Елену, Евгения, Наталью, Максима, Владимира. Посети болящих, дай им силу все перенести, и даруй им ослабление, боли, исцеление пошли им. Сергея, Алексея, Александру, Анну, Калерию, Акелину, Игоря, Василия, Тамару, Марию, Валентину, Валентину, Неонилу. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время окажется на пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра, Игоря, и нас помилуй, милости Твоей я ради. Путешествующих Раису и Льва, сохрани отступников Николая, Михаила, всех их найди, обрати, и жестокосердным даруй добрые мысли смягчить себя. Помоги нам, Господи, с радостью окончить этот пост и встретить Пасху Христову.
Посети заключенных за имя Твое Святое, убиваемых и детей Сирии, дабы никто не отрекся от Тебя. Укрепи их, Господи, слава Тебе. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресенье жизнь вечно отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И простим всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю, Господи, за день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими и сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Моли Бога о нас, святитель Христов, Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь. Аллилуйя! Моли Бога о нас, Иоанн Креститель, Предтеча Христов. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому даруй жилье Сергею и Гавриилу. Аллилуйя! Молите Бога на святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанными в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Демьян, Андрей Стратилат и Юрон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веры, устраши родителей за ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Слава Тебе, Боже, за все Твои милости, за Твое долготерпение. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, за голгофские страдания Твои, за кровь, пролитую в оставлении грехов наших. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Молите Бога нас, святые жены и девы, Фёкла, первомущенница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, избавь от непокорности. Галина, семейство Евгения, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юрию, Елену, Галину, Людмилу и Иоанну. И прими, Господи, наше моление, да будет между нами мир и любовь всегда, и наша молитва сие утро, и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, Владыка. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, Господи Боже, о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалие и празднословие сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрие, смиренно мудрие, терпение и любви даруй рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, хвала Тебе, благодарение Тебе, Господи Боже наш. Будь милостив ко мне грешному, прости согрешения мои, тайные и явные, в уме и в помышлении, в одне и в нощи, в ведении и неведении. Прости и помилуй, ибо Ты благо человека любишь. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный Создатель. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения, любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю. Даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Хвала Господу. Доброе утро. Доброе утро. Мы утром после молитвы насчитываем события дня. Вот кто желает, может остаться. Так, а сейчас я отключу, пока тут Володя направляет все, а потом подключу. Мы маленько изменили распорядок, утром насчитывали, озвучивали Евангелие, перенесли на вечер, потому что на работу идти маленько не успевает. А это каждый раз мы делаем еще два ролика по полчаса. А события это часовое, что нового за день было и за что Бога мы славим. Так, я сейчас отключаю.